Ребят, родные, всем приветствую вас. У нас снова Белочка. Не разочаровывайтесь, ребятки. Покрутим сегодня еще разок ее, а может и два. Ладно, полетели. Сегодня у нас, ребят, очередной видос. Будем делать 100 спинов по 2 рубля. И это будет таджик, ребята. Таджик. У меня был такой видос, мы крутили в нем по рублю. Сегодня будем по 2. Я в нем ловил грант по 20 копеек, по 40 копеек. По рублю не ловил. Но будем пытаться поймать по 2. На балике у нас 320 рублей. Почему так много, скажете? А потому что в прошлом видосе, который вы, возможно, некоторые не видели, мы немножко приподняли. Можете залететь, посмотреть. Он был когда-то тогда. Короче, ну что, ребят, полетели. Давайте пробовать. Чпоньк, полетели. 320 рубасиков. Надеюсь, пустые мы не уйдем. Что-нибудь поднимем. Ну, как говорится, везение. Это все везение, ребята. Поэтому аккуратнее в данных штучках. Всяких казиках и тому подобное. Когда вы депаете, будьте всегда с головой разумны. Здесь невозможно заработать. Здесь можно провести время. Это развлечение. Так, ну что, ребят. Смотрим, крутим, вертим. Давайте пока лайкосиков лепите, кому не трудно. На заносик. И пишите в комментариях, что вы также думаете по данному слоту. И ваши какие-нибудь комменты в плане, куда пойдем в следующий раз и тому подобное. Будет интересно почитать. Я всегда читаю, реакции ребята ставлю, поэтому будет приятна обратная связь. Так, ты, родной, что-то плохо ведешь себя. Кстати, вы заметили, даже с игровок нету по линиям. А это прям печально. Печально. А кто-то мечтает, чтобы я залетел в книжки по 2 рубля, крутанул 100 спинов, да, ребят? Или по питосику. У нас однажды была тема, мы сделали 50 спинов по... Оба-на, ну-ка, тихо-тихо, молчим. Хорошо, ставь, еще 2, 3 надо, 3, хорошо, еще ставь. Ай, есть, хорошо, ребятки. Поймали, поймали, уже полтос у нас в кармасике. Пошел, давай. Так, миник, хорош, двадцатка. Да, родной, пожалуйста, пожалуйста, ставь. Хорошо, двушка. Давай. А, у нас еще миник есть. Ребята, в принципе, неплохая бонуска. Супер бонус. Ну, пожалуйста. Ставь. Ну, неплохо, неплохо, ребята. Я думаю, для начала 116 рублей 17 спин. Ну, можно было бы на этом закончить видос и уйти с бабками в кармане. Но мы продолжим, ребят. Делаем вам контентик, чтобы вы посмотрели. Ну, давай. И да, ребят, кто не в курсе, подписываемся на канал. Колокольчик ставим обязательно. И на тележку. Телега наша в описании канала. Там всегда анонсы стримов, розыгрыши, плюшки, промики, бонусы. Все у нас там. Поэтому жду вас всех там. Ну, мужики. Хороший спин, да? Нет? 16 рубликов. Пойдет. Ставь. Бля, мне понравилось то, что он быстро очень поставил сразу шарики. И причем супер спин. Необычную бонуску, то есть. Все наши пойманные гранты, два штуки, были в супер спинах пойманы в этих. Блин, ну я надеюсь, ты еще хотя бы одну поставишь. Не будет это с каминкой. А то будет, конечно, очень печально, если он прям все схавает. Не хотелось бы. Но так как играет он по линиям, это прям тяжело. Тяжело. Таджик не похоже. И причем первый байт сразу дал. И вот это, скорее всего, шля... О, ну давай второй закрут. Блин, ну это пустая. Это пустая. Сама очевидность, прям было видно, что это будет пустая, но двадцатку дало. Неплохо. Как говорится, ребят, копеечка копеечки делает балик. Поэтому крутим-вертим дальше. Ну как, ребятки, интересно по 2 рублика посмотреть, что может слотец? А прям, ах, азартик такой, знаете, что может-то и навалить. Может-то и навалить. Грандик какой-нибудь. А это уже такая жирная десятка. Десятка, ребята. С моим везением по гранту в таджике, это может быть и получится когда-нибудь. Хотелось бы, по крайней мере, увидеть. Но, как вы знаете, это рандомная тема. Просто рандом.
Может дать, может не дать, может все забрать. Макака. Ну, что-то начинает питаться. Хотя бы по линиям ставить. И то хорошо. Но два закрута было. Окей. Одну поймали бонуску. И один закрут. Ну, байтов нету, заметьте. Чисто вот байты просто без респина нету такого. Ну, без красного вот этого вот супер спина. Так, мы уже полтос преодолели. 50 спинов ушло. Смотрим дальше. Ребята, кто хочет книги по 2 рубля 100 спинов, в комменты быстренько залетели и написали книги слово. И я буду знать, что вы хотите увидеть данный видос. И мы заснимем его для вас. Так, родной, не расстраивай, балик у нас был 320 рубликов. Нам минимум нужна еще одна бонуска или хороший спин. Прям лютейший, хотя бы на x50, что-нибудь такого. Так, по плану, в принципе, мы будем не в минусе. Мое, ну я так думаю, минус будет небольшой, минимум 20-ка. Это в лучшем случае. То есть минус 70 рублей, даже мы в нулях. Ай, ты шляпа, вилдов столько ставил и не дал ничего. А почему эти не сыграли? Мало. Ну да, минуса у нас с вами не будет, ребята, но хотелось бы, конечно, увидеть плюсик. Плюсик было бы приятно. И байтов просто вот нету. По факту у нас сколько там? Один спин хороший дал, бонуска. И все, и там так подкидывало потихонечку. Ух ты, сколько тигрулей дала. Дай обычную бонуску хотя бы, пожалуйста. Ну, блин. Даст, не даст, вот в чем вопрос. Ребят, кто только что подключился к видосу, залетайте в телегу к нам в чатик, подписывайтесь. Ссылочки все в описании канала, ребят. Открывайте каналчик, там ссылочки, залетаем. Ну, 16 спинов, ребят, осталось. Ну, прям тяжело идем, тяжело, очень тяжело. Ну, мы в плюсе будем. Десятка, двадцатка, будем в плюсе, но как бы мало... Вата, дай! Не дало. Белка-стрелка, ребята, играем на белке. Не казик, лотерея. Так что внимательнее будьте. Алло, белка. Белка, просыпайся. Накинь хотя бы, оставь нам тридцатку плюса. Слоняры, хорошо. Ну, спасибо. Будет тридцатка плюсе, я думаю, мы 350 выйдем отсюда. Ну, хотелось бы, конечно, бонуску увидеть. Ну, одна бонуска за 100 спинов. Как бы спасибо и на этом. Спасибо и на этом. Два спинчика. Последний спин, ребята. Аурим. Ну? Ладно, давайте закончим. 360 рублей, ребятки. Мы в плюсе. Немножко в плюсе. Сколько у нас было? 40 рублей в плюс у нас, ребят. 40 рубликов плюса. Поэтому как бы вроде бы хорошо все прошло. Но хотелось бы побольше. Одну бонуску только по факту увидели. Поэтому, ребят, кто хочет увидеть книжки, слово книги в комменты пишем, лайкосик, кому не трудно. И подписывайтесь на канал, на телегу, у нас стримчики проходят, всегда анонсы в тележке. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи, меньше вам замазок, всем пока.